«Нью-Йорк Таймс» восхитила военная мощь нашей страны. Престижное американское издание посвятило статью пуску ракет «Калибры» Средиземного моря по сирийским боевикам. Журналисты пишут, что Москва продемонстрировала широту своих возможностей. Мы можем достать террористов и из Ирана, и из кораблей в Средиземном и Каспийском морях. Не говоря уже про авиабазу «Хмеймим» в самой Сирии. Особое впечатление на издание произвело видео запуска трех калибров с бортов судов Черноморского флота «Серпухов» и «Зеленый дол». Кадрами операции накануне поделилась Минобороны. Удалось уничтожить, в том числе командный пункт и базу экстремиста Джабхата ан-Нусры.